Шинник заключил контракт с нападающим Андреем Мязиным. Футболисту 27 лет. Он опытный центр-форвард. Выступал за Петро Триест, Уфу, Ротор и Лучэнергию. За клуб из Владивостока Мязин в прошлом сезоне сыграл 32 матча, забил 11 голов и по результативности вошел в первую десятку лучших бомбардиров первенства России. К слову, календарь первенства официально утвержден ФНЛ в среду. Шинник начнет турнир 11 июля и завершит 21 мая следующего года матчами с Калининградской Балтикой. Кроме старожилов, в первой лиге соперниками ярославцев в предстоящем первенстве станут новички «Хамаз» из Набережных Челнов, «Воронежский факел», «Тульский арсенал», «Московский Спартак-2» и «Байкал» из Иркутска. Еще одним новичком станет «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, если получит лицензию.